Друзья, всем привет! Сегодня у нас особенный выпуск, посвященный лучшим бизнес-идеям этого года. Какой бизнес будет актуален в 2023 году и на чем реально зарабатывать хорошие деньги? Из всего многообразия мы выделили 7 наиболее перспективных направлений бизнеса и собрали их в одном топе. Смотри выпуск до конца, возможно, одна из них будет именно та самая идея, которая тебе нужна. Интернет-магазин одежды. Одежда – это популярный товар, который покупают и онлайн, и в розничных магазинах. Женская, детская, мужская, одежда для торжеств и повседневная. Огромное количество разных ниш существует в этом сегменте. Можно выбрать направление развития мультибрендового магазина или магазина одежды определенной страны производителя. Одежду для конкретной категории людей или одежду для определенных случаев. Но формат магазина, который актуален сейчас, это интернет-магазин. Хороший пример – это проект всемайки.ру. Это российский интернет-магазин, который создает по заказу крутую одежду и аксессуары с принтами. В каталоге магазина более 150 тысяч макетов, и их становится все больше и больше каждый день. Напечатать понравившиеся принты можно почти на 200 видах товаров. От брелка и футболки до рюкзака и куртки. У них свое производство. Всемайки предлагают заработать на продаже своих товаров. Партнеры могут создавать свой интернет-магазин на платформе сайта. Партнеру достаточно разместить информацию на своем ресурсе, привести трафик и получить деньги за продажу товара. В личном кабинете партнер может отслеживать статистику продаж по своему магазину, а также воспользоваться материалами для продаж и вывести заработанные средства. За продажу товара возможно заработать до 28% от стоимости самого товара. Детали мы указали по ссылке в описании. Велостепперы для спорта. Fit – это велосипед-степпер от компании Mi Mover. Уникальный транспорт для тренировок на свежем воздухе, развивает скорость до 25 км в час и даже может взбираться на небольшие горки. Он состоит из трех колес – руля, как у самоката, и степпера, который приводит конструкцию в движение. Поездку на нем можно считать комбинацией тренировки на лыжах и бега. Вы можете прокачивать разные группы мышц благодаря нескольким способам езды, например, увеличивая или уменьшая высоту поднятия педали, надавливая на педали по очереди или двумя ногами сразу. Регулировка интенсивности нагрузки может быстрее восстановиться после травм. Пока что аналогов нет, и Fit еще практически не представлен ни в России, ни в мире. Тренажер крайне интересный и, вне всяких сомнений, завоюет любовь своей аудитории. Производство купольных беседок. Еще одна идея, пришедшая к нам из-за границы. Это производство и установка купольных беседок. Необычный и крайне рентабельный бизнес. Вашими клиентами станут рестораны, бары и кафе, а также open-air пространства и различные городские фестивали. Зарабатывать можно в двух форматах. Первое – на самом производстве и установке беседок под заказ, либо на сдаче таких беседок в аренду. Аренда беседок в привлекательных местах актуальна даже в зимние месяцы при отрицательных температурах, что позволяет зарабатывать несмотря на сезон. В среднем за час сдачи вы можете заработать от 500 до 700 рублей чистыми. Для старта такого бизнеса вам потребуется порядком 200 тысяч рублей. Воустик. Это самая маленькая в мире автоматическая дрель, не превосходящая в размерах ручку. Деньги на производство были собраны на площадке Kickstarter компании Xiaomi. И само устройство в кратчайшие сроки стало безумно популярным в Европе и США. Еще один очевидный плюс – встроенный аккумулятор, который обеспечивает 8 часов работы отвертки без перезарядки. Арт-вечеринки. Модный формат бизнеса пришел к нам из США и в этом году имеет все шансы закрепиться в России. Это своеобразный микс вечеринок, арт-терапии и обучения. Вы собираете группу от 20 человек, включаете приятную музыку и на протяжении 3-4 часов под руководством профессиональных художников люди пишут картины, а также занимаются боди-артом, пьют шампанское и, конечно же, расслабляются. Бизнес окупается за 2-3 месяца. Производство биокаминов. Биокамины стремительно набирают свою популярность, они могут быть установлены в квартирах, коттеджах, офисах и ресторанах. При этом для их установки не нужно монтировать дымоход и производить дополнительные строительные работы. Установка таких каминов не требует согласования с противопожарной службой. Все биокамины экологически чистые, углекислый газ, выделяемый при сгорании биотоплива, не содержит токсинов и абсолютно безвреден для здоровья. Единственное требование для таких людей, имеющих такие камины, это регулярно проветривать помещение. Занятия по фейс-фитнесу. Фейс-фитнес – это экологичный способ омоложения без уколов, внешних вмешательств и дорогостоящих косметических средств. Направление, которое интересует, пожалуй, каждую девушку в 2023 году, открывает огромные перспективы для заработка. Про фейс-фитнес рассказывают блогеры, авторитетные врачи, и все большая часть девушек обращаются к анти-эйдж-экспертам. Доход от продажи онлайн-курсов и видеоуроков может доходить до нескольких миллионов рублей с одного потока. А искать клиентов мы предлагаем, конечно же,
через социальные сети или блогеров. На этом на сегодня все. Какой по вашему бизнес будет актуален в 2023 году, пишите в комментариях.